Всем привет! Я сейчас еду до своего знакомого Калька. Он решил собрать турбожигу своими руками. У него раньше до этого опыта никакого не было в постройке. Он много изучал информацию в интернете и решил, что готов сам собрать жигу. Поеду подсниму сейчас, что как. Прошу его, как он к этому пришел. Ставим лайки, подписывайтесь на канал. Погнали! Так как ты пришел к этому вообще? Ты одним днем проснулся такой, говорю, хочу турбо и собираю турбо. У меня мелкий фанатеет. Ему все это нравится, все смотрят постоянно ролики. Ему 6 лет, вот пока исполнилось. Он все время прикалывался, говорит, давай. А у меня с детства было тоже как-то все хотелось, но зачем оно? В итоге получилось так, что машина осталась. Думал продать, смысла ее не было. Как-то так получилось, что в итоге с малым проснулись, давай сделаем. В итоге зашел, заказал, да? Я пошел, сначала все раскурочил, разобрал, чтобы уже обратного пути не было. Чтобы точно наверняка не передумал. Срезали площадку аккумуляторную, отпилил телевизор тут, чтобы впихнуть интеркулер. Пока все не товарное, ржавое, но... А то все же доводится, все делается без проблем. Я сейчас все запчасти позаказывал, идут. Единственное, не заказал турбину, потому что их нет в наличии. Либо из Владивостока искать. Я в Краснодаре сорил. Сорил Белайси у нас? Нету. Нет, да, я тоже смотрел. То есть, Анна Мисуху. Там тоже привозят постоянно. Смотреть. Не ездил? Нет, ни разу. Там тоже есть такой мужичок, он на палатку привозит именно тюнячки, понял? У него ресиверы, все висит, вот именно тюнячками занимается, с Ростова гоняет. Ну, они по понедельникам работают? Да. Ну, ты знаешь, там они в новое место переехали. Ну, как раз сегодня успеть. Да уже они с утра. Если бы сказал, я сгоняли бы. Хочу ставить ТД-05 16G. Как, почти не как у всех. У всех классика в основном строится на... 0,4L. Угу. Ну, маленькая турбинка. Да, ну, долго я штудировал, изучал, по турбокартам сравнивал. 0,4, она работает где-то с 2,5-3 и там, до 4,5, дальше она сдувается. Угу. Ну, это больше как для дрифта. Тут же дрифт не интересен, так чисто. Чисто, что полило прям. Полило поугарать вечером. С 5000. Она с 4, начинает 4200. И думаю, отсечку 7,5 сделать. Ну, вопрос все с валами теперь. Подбор валов тоже геморрой. Да сейчас сколько таблиц есть. Я же говорю, я могу с пацаном поговорить. То есть спросить, что да как, посоветует. Он как бы хорошо волокет в этом. Читал, изучал. Саня, привет. Главное, чтобы фаза была там плюс-минус 270 и там перекрытие в градус. Ну там их идем с огнем таких. Да есть тюнинг, всякие магазины, тюнинг спорт и все остальное. Заказываю, жди. Я смотрел там вариантов 20, понял, разных валов. Короче, эксперимент. Я в этом сильно не шарю, никогда не занимался этим. Просто четверка, на четверке можно упереться и все, а вот с пятой хоть можно есть. Ну там запас, на пятой на самом деле большой будет. К чему потренироваться? Голова, валы? Тогда сейчас тебе наскучит восьмиклоп, ты 16, да, кить. И уже будет другое дело. Да. Ну видишь, восьмиклоп что хорошо, он будет снизу прям, она дуть будет быстрее. Посмотрим, что будет. Надеюсь, к августу. Сука, серьезно? Наши деньги. На, серьезно. Ты не верил. Не верил, нет. Закончу, соберу. Я думал быстрее. Да, время, ты видишь, ты же работаешь. Во время упираешься пока. По мозгам тоже смотрел, что-то. Как хочется, не жалеть денег, делать вроде хорошо. Смотрел, кто-то советует Жеспетроник, кто-то январь. Но Жеспетроник, у него ценник 20 тысяч. Около того. Ну, не все их настраивают. Так, а у тебя январь какой стоит сейчас? То есть... Никакой вообще, и Телма. Все равно январь, все равно можешь покупать как все бы. Все равно покупаю. Что январь плюс-минус там 5-7 тысяч стоит. Угу. Но с ним все. На ты просто. Да, патроник вроде как бы лучше, кто там рассказывал. Да, январь, наверное, проще будет, просто все настраивать в Краснодаре. Глянь, каждый настраивает январь без проблем. Ты
Так что, что еще рассказать? Жигули ржавые. То, что нужно. В коробку ничего такого не будешь делать? Пока нет. Там еще ряд есть, R1. Лежит, ждет тебя. Вчера уже смотрел, там это, изучал, что делал, как гитрак прикрутить. Там пилить, корчевать. Блин, ну я вот общался с типом, у него пятерка трубовая с Ростова. Четырехступка СССР держит у него без проблем, то есть он гоняет. Да, это любитель? Который... Да, да. У него шестнари, да. Да, но вот он говорит, хорошо. И сейчас там ребята были, тоже понял, тоже на семерке. Говорят, типа, да, четырехступка СССР держит без проблем. Ну, у меня когда-то Нива была, на ней была пятиступка. Ну, по горам я ее убивал, как мог только. В итоге пятиступка у меня легла через год. Это прям, она очень много прожила. Я поставил четырехступку, прям вообще была неубиваемая. Я ее купил за 1000 рублей на разборке. Ну, сейчас таких цен уже не сыщешь, наверное. Это был 2010 год был. А, ну, понятно. А мост, заварку, ничего такого не будешь пока? Буду ставить. Ну, заварку нет. Блокировка? Уже в планах все это есть, да? Да, я говорю, тут уже прайс растет. А что заказал? Что идет? Что в пути? Весь пайпинг. Что у меня там? Ну, всякая мелочевка. Датчики, дат. А тут не было по месту, что? Я когда даже не смотрел, там все было. Открыть, заказать и не париться, времени тратить. Площадки под перенос аккумуляторов назад. Еще вопрос с форсунками. Ну, хочется как не бомж вариант. Какие-нибудь волговские, что-то смотрел. Либо Siemens, либо субаровские на 550. Ну, чтобы был... Subaru? Тебя к ней тянет. Был печальный опыт Subaru. Короче, по мелочевке там дофига всего. Что пока все придет. Пришел впускной ресивер. Ага. Сейчас поеду в этот забирать коллектор. Потому что около турбо коллектор вроде прикольный, красивый, нарядный. Но у него нет опоры. Дополнительной опоры. Он висит просто за счет болтов. Ну ты готов к доработкам любой тюнинговой вещи? Я да. Ты ж понимаешь, да, что заказываешь и пошел на пильничку. Да, вот даже элементарно. Кулер. Ресивер Клуб Турбо. Красиво было все. Он пришел весь пожеванный, поюзанный, как будто. Когда его откуда-то сняли. Кронштейн крепления. Все классно. Но болты на ресивере одни. Он не подходит, короче. Мне тут подкладывать там шайбочки. Подпиливать. Напильником подтачивать. Все. Уже имеешь опыт. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Помыл синий, классный синий окрас, и краска покинула чат. Захромируешь потом. Она так по кузову целенькая? Не, ну видишь, там тут уже пошли рыжики. Не, ну. В целом. Это еще целое. Как у всех. Просто что сейчас продают, рынок авто это. Не, я ее искал, у нее один хозяин, там, настоящий пробег. Фига. Правда, дедушка отдал ее потом. Внук, а внук прикрутил на нее пневму подвеску. Она это и повелся. На пневму. Да не, а что, прикольно, все смотрят же. Я увидел ее, ну, я искал, когда машину подменную себе. На месяц-два куплю. В итоге купил. Прикольно, тоже интересно было. Ну, правда, дома все посмеялись, покрутили. Как, ты вроде большой мальчик, а зачем тебе машина пятерка на пневму подвеске? Ничего и Жигули. А тебя всегда тянуло к таким машинам. Да. Всегда что-то было. То Нива с автозвуком, то еще что-то, то Субару. Все было. Субару была, правда, всего 3 дня. Ты извини, если я затронул эту тему. Да не. Ну я все хотел купить, но дома точно бы родители отказались от меня. Поэтому будет такой слипер-кар, непримечательная пятерка. Который в потоке наказывает всяких. Ну, посмотрим, если получится. Да, чё, получится. Мы уже снимали какой-то промежуточный процесс. Сейчас покажу вам, что он сделал. Уже прикручена турбина с коллектором. Пока просто так все в примерочном варианте. Ресивер на месте. Кулер. Сделан перенос
перенос генератора. Сразу захотел переделать его, чтобы потом не было в дальнейшем с ним никаких проблем. Перенесен модуль зажигания. Тоже почти сделан как все как заводское. Выкрашена крышка. Пока это все накинуто, ничего не прикручено. Потихонечку идется сборка, покупаются запчасти. Перенесен, ну как перенесен, просто убран блок предохранителей. Он будет также в дальнейшем переноситься. Еще работы много, но будем постепенно следить за этой работой и что-то вам подснимать. Пока вот так вот. Следите. Вот такой небольшой ролик о начале постройки турбопятерки своими руками. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и следите за новостями.